чего будет самое интересное? Да. Ой, вот такой бы я елку бы. Селёк охранял бы. Да, гусь. Да колбаска сарделечная, тефтелечная, елкой. Глаз да глаз. Да, я только охраняю. Береги, растаяла. Снежинка-то у меня растаяла. Что я наделала? Ой, что же я теперь буду делать-то? С кем я буду Новый год встречать? С кем я буду спорить? От кого буду убегать? Новый год спешит! Веселится семьи! Двери открывайте и гостей встречайте! Новый год нам скучать не дает. Не спать, не грустить, веселиться всем налей. Эй, хозяева! Вам гости развеселые пришли! Чего стоишь? Нас не встречают! Где хлеб, соль? Булочки, баранки, сладкие прянички! Ну, мы так не спасибо, дедушка! Вот и хорошо, что все хорошо! Рад, что вам помог! А мы с внученькой! Дальше пойдем. Дальше. Мы же к ребятам шли. Должны подарки подарить. Поиграть с ними. Ой-ой-ой, запамятовал я. Конечно. Мы же на праздник шли. Шли. И пришли. Верно, пришли. А раз мы решили поздороваться надо. А мы что, не здоровались? Нет. Не успели, дедушка. О, это нехорошо. Нужно быть воспитанными. Будем здороваться. Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте! Здравствуйте, веселые и серьезные! Здравствуйте! Сейчас я посохом волшебным взмахну. Да, а вы помните, что огоньки на елочке загораются только тогда, когда все вместе постараются. Помним мы, дедушка, помним. Кто-то же... Елка с нами веселись, огоньками засветись. Не дружно, дедушка, говорили. Не дружно? Нет. Браво!
мою любимую с тобой игру колбаса. Потому что им повезло меньше.